как выглядит народная демократия в Китае и почему это эффективный способ решения общественных проблем, обсуждали на Афинском демократическом форуме. В частности, о сходствах и различиях восточного и западного подходов говорили на дискуссии с символичным названием «Диалог Аристотеля и Конфуция». Эксперты отмечали беспрецедентные проблемы на мировом уровне, связанные с ростом популизма и национализма. И в то же время подчеркивали, сегодня глобализация остается важной и устойчивой тенденцией. Президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо заявил, что для решения современных проблем необходимо извлекать уроки из истории древних цивилизаций. Он также напомнил об основных принципах народной и консультативной демократии в политической системе КНР. Чиновникам всех уровней для успешной работы нужны высокие моральные стандарты и большая ответственность. Именно поэтому Китай смог вывести из нищеты 800 миллионов человек и стать второй по величине экономикой в мире в рекордно короткие сроки. О концепции народной демократии и как она отражается на принципах социализма с китайской спецификой на форуме подробно рассказал директор Института права Академии общественных наук КНР Мо Цзихун. Его выступление было признано одним из самых ярких. Афинский демократический форум проходит с 2013 года. Это международная площадка для обсуждения прав человека и демократии.